Что это? Да, И как это? Ну, твое состояние, скорее всего, более это, нормальное, чем мое. ну, в принципе, да, наверное. Чтоб ты понимал, я половину бутылки вышел. Я пристрастился больше безалкогольному. Безалкогольному алкоголю? А как ты? Расскажи. Ну, нормально, просто сидишь, пьешь, не пьешь. Это шкал полный. Наверное, на вкус и цвет. Типа, а чем кайф для тебя безалкогольного алкоголя? Не знаю, просто ну, вкус. блядь, как бы это ни звучало, масло масляным, типа, безмасляное Я масло. понимаю, я понимаю. Не знаю, я просто пью. Я не знаю, мне Я просто нравится вкус. надеюсь, ты, кстати, записываешь. Ты записываешь это вообще? Да, я записываю. Уже записано, да? Потому что у меня стримы не сохраняются, поэтому будет как твой, типа, такой подкаст, знаешь, со мной. На честных таких вот. Ну, типа, я буду самым честным подкастером. Да, еще потом на монтаже поставлю музыку какую-нибудь ламповую. У меня своя музыка. Ну да. С тобой. Так. О чем мы говорим-то вообще? О безалкогольном пиве. Ну вот расскажи. Не знаю, я пью безалкогольное пиво, типа Балтика. Там вкусный лайм и грейпфрут. Балтика нулевка, видимо, да? Да, да, да. Безалкогольного. Потому что у меня, вот я помню, в Макдональдсе, когда я работал, да, у нас был, ну типа, я не знаю, насколько я могу разглашать, типа, информацию. У нас был, типа, бывший ночник, то есть тот, что я работал, типа, потом я инструктором ночников работал. Он, то, типа, был тоже инструктором ночников, в принципе, в Макдональдсе. Но потом он пришел уже под должностью уже этого менеджера, по идее. О чем я говорю? Блять, я уже отвлекся. Так. Не, подожди, мы о чем договорились? Мы вообще обсуждали пиво. Потом ты начал что-то говорить. Вот, я вспомнил, да, вот почему я про него вспомнил, что я помню, что приходил на работу, у него в шкафчике, ну, постоянно у него тырили что-то из шкафчиков. Какой ужас. Ну, было такое дело, что мы постоянно у него из шкафчиков что-то забирали, у него постоянно была нулевка Балтики, какая-то розовая такая, что-то такое. Ну, это было год назад, два года назад где-то. Понятно. Ладно, так, я помню, как я состоял. Подожди, ну я еще не рассказал. Надо заполнить такое пространство пустое образовалось. Окей. Это. Я говорю такой, типа, а нахрена ты пьешь нулевую Балтику? Типа, а в чем ее прок? Он такой, ну для вкуса. Я такой, для вкуса? Охрененно просто. Для вкуса нулевую Балтику пить. Ну это какое-то совсем извращение полное. Ну, не знаю. Вот с другой стороны, зачем вообще пить? То есть, зачем вообще люди... Нет, смотри, зачем вообще пить в России, как бы вопрос, знаешь, такой закрытый, по-моему, ну, если честно. Ну, это понятно. Просто когда я слышал, почему люди, наоборот, пьют алкоголь, они говорят, чтобы расслабиться, знаешь, чтобы опьянеть, чтобы почувствовать вкус, ну, типа, опьянение вот этого чувства. Ну, а кто с тобой разговаривал-то, по идее? Да пьющие люди, я не знаю. Как, кстати, вот это раскрыть, вот это окно, ты видишь сейчас на стриме, да? Да, Дискорд, да. Вот так можно. А можно тогда побольше лишь? Еще. Чтобы вообще не появлялось ничего нижнего. Наверное. Типа мы с тобой. А, вот так. Блин, наверное, где-то ну, можно. Ну, типа... Я, подожди, блин, у меня водичка закончилась. Сейчас я попробую себя посмотреть. Подожди чуть-чуть. Да, конечно. А, так. А, ты же на чем мы остановились? Я вообще, наверное, поэтому я такой нервный. Риорос, кстати, ну, да. Во многом, да. Мои нервы во многом расслабляются именно за алкоголь. Когда я не напившийся, я очень нервный. Очень, очень нервный. Вот. Короче, я помню, как я со сторожем на работе пил. Сторожем на работе? А какая работа была? На каком предприятии? ЦТО. Ну, я также кассы ремонтирую, как обычно. Кассы ремонтируешь? Ну, типа, я об этом мало знаю. Можешь рассказать поподробнее, пожалуйста. Боже, ты прям как хрень, как в подкасте спрашиваешь.
Ладно. Не, ну... Ну да, я понял. Для новых людей. Ну да. Ну, короче, мало ли. Ну, короче, смотри. Вот смотри, вот есть всякие ИПшники, предприятия, да? Да, да. Чтобы они могли работать, им нужны кассовые аппараты, чтобы они как-то числились налоговые, чтобы штраф не получили. Вот. Вот у них есть кассовые аппараты с этим. Им это... Те, если ты хочешь быть ИПшником или какое-то предприятие организовать, тебе нужен кассовый аппарат. Чтобы все... Я помню, даже у нас это... В поселке, короче, были кассовые аппараты. Ну вот, да. Это был глубокий год, но, тем не менее, даже у нас в поселке были какие-то эти кассовые аппараты. Ну вот, да. У нас был, короче, это, ну, типа, колуалы такие, знаешь, такие жизненные. Типа, у нас был магазин «Лето». Типа, ты думаешь, «Лето», ну, типа, нормальное название для магазинчика, но он образовывался от названия имен. Джаред Лето? Имен владельцев, не Джаред Лето. Лена и Толя. О, клёво. То есть Лена и Толя, и они такие, ну, блин, назовем магазин Лето владельца. Ну, хорошо, что не Толя. Это было бы ЧСВшно. Ну, да. Вот, ну, типа, чтоб ты понимал, ну, как бы более-менее называли. Ну, вот, короче... Ты же видел в КБшках там этих, в Пятерочках, вот эти вот хуйни. Ну ты сразу начал, короче, с козырных туда, такой, КБшка, ты явно туда заходил, в КБшку. Ну не, потому что я там раньше работал еще, помню. Вот. Но ты не в Петрозаводской КБшке, к сожалению, работал. Ну вот, короче, было бы намного веселее, если бы ты такой, блядь, это же Ромин, сука, как ему пробить? Его заказ слишком большой. С другой стороны, он украл у нас половину алкоголя. Да, с другой стороны... Пронес это... в штанах этих огромных таких шароварах. Ну вот, короче, те штуки, которые человек выдают, вот я вот эти штуки ремонтирую. Вот. Ну, в общем-то, где я карточку свою прикладываю, да? Ну да. А за то, что чек выходит, это твоя заслуга. Типа того, да, не за что. Ну, типа, чтобы проще для меня моего тупого мозга объяснить. Ну да, я, короче, все эти кассовые аппараты ставлю на учет, чтобы они числились в налоговые, делаю всякие заявления. И, в принципе, в этом вся моя работа. Вот. Не, ну налоговые, вот, они у тебя заложены в форме, получается, да, заранее? Что именно, налоговые? Ну да, типа, налоговые вот. Формы, типа, они у тебя заранее уже каких-то оформленных... Ну да, то есть... Таблицах там, я не знаю даже, как объяснить. Я вот в плане финансов, я очень плохой, то есть я смотрел фильм вот этот, как он называется, где Кристиан Бейл там, это... Они типа кризис предугадали 2008 года, как он назывался-то. Блин, я не помню, я не смотрел этот фильм. Могу понижение, это понижение, что там. Жалко, что ты не помнишь. Игра на понижение. Да, спасибо, реверс. Игра на понижение. Ты не смотрел? Нет, к сожалению. Там про кризис вообще американской системы, в принципе, из-за того, что они очень много раздавали кредитов на дома, но никто по ним не платил. Какой ужас. И в итоге все обосрались. Если чековая лента в кассе заканчивается, тоже звонит спокойному? Вопрос реверса. Нет, но у нас... Ты заменяешь эту ленту? Там менять особо несложно. Открываешь, меняешь и все. Но у нас продается, у нас предприятие, так что... Это хорошо, кстати. Да. Ну вот. Ну, короче, я делаю, как я говорил, я делаю вот эти заявления для налоговой, чтобы они все это прописали. Короче, ты делаешь... мошенничество всяких предприятий легальными. Конечно. Молодец. Ну, как-то так. Давай продолжим как-нибудь. А? А то я завел какую-то тебя темную тему, тебя загнал в угол, а? Да нет. Нет, нормально. Хорошо. Мне нравится, когда нормально. Просто когда меня обычно спрашивают, кем ты работаешь, я не могу это объяснить, потому что вряд ли кто-то это поймет. Но сейчас ты работаешь над игрой, насколько я понимаю. Да. У меня, в принципе, особо... Ты совмещаешь или как? Ну, или... в принципе, да. Если на работе обычно бывает свободное время, я могу что-то порисовать. Не, ну ты можешь рассказать, как бы,
более-менее... Почему я стал рассказчиком? Я не знаю. Спокойно наебывают, наебывают налоговую. Это правда? Не, нас, ты наебываешь налоговую? Нет, но налоговая меня... Женщина, которая там налоговая работала, она периодически Риверс, меня... ты думал, ты меня инспектируешь? Я тебя инспектирую. Я раскол, блядь. Не, ну, короче, вообще в налоговой, короче, одна женщина работала. Но. И она мне за мои, короче, когда я косячил, она периодически исправляла вот это вот. Она мне прям жизнь спасала. Вот. Потому что когда я впервые... Она следила за твоими этими отчетами. Типа того, да. Потому что если я что-то косячил, она мне звонила, что так-то, так-то. А в каком плане она следила? Ну, то есть я говорю, вот заявление печатаю. Если я что-то там неправильно вбил, некоторые налоговые могут просто это заявление, короче, грубо говоря, выкинуть и сказать, делайте по новой, печатайте. Ну. Ну, вот она говорит... Она типа сохраняла, но сказала, переписывай, типа. Не-не. Просто подредактируй. Ну, короче, то, что она просто меня спрашивает, что так-то правильно, я говорю, а, блядь, нет, можете исправить? Я говорю, окей, и все. Она потом исправляет. И все. Ну, то есть у нее есть, смотри, у нее есть свой компьютер с базами данных какие-то. Ну. А я как раз вот всю эту штуку печатаю, чтобы она это все вбила туда. Угу. Просто ты передаешь данные, по сути. Ну, да. Данные с тех аппаратов, с которых к нам приходят чеки. Типа того. Типа, ну, чтобы для самых, ну, маленьких, типа, реверса. Ну, типа может, того, ты ей нравишься? Кому нравишься? Не, она... Кажется, она уже беременна, она что, пока не... Она уже не работает. Может, ты еще все еще нравишься? Я не знаю, но когда я работал, короче, я даже ночью что-то писал, спрашивал. Не, кстати, вот я вот никогда, когда работал, не задумывался, нравлюсь ли я тем, с кем я работаю. Типа, это слишком грустно. Не, я замутил. Ладно, не важно. Ну, типа, если твой подкаст как бы к этому идет, типа... Почему я вообще решил, что ты записываешь подкаст? Я не знаю, но я записываю. Типа, ну, чтобы у тебя на канале появился подкаст, типа. Я хочу, чтобы ты начал, типа, тупо записывать подкасты с кем-то еще. Можно, в принципе. Кокушем, нахуй, чтобы про его подбородок поговорить и про его бородку, которая не появляется. Это, в превью есть, а в видео нету, блин. Вот так вот. Кокуш, чё на это ответишь, блин? Да, или знаешь, просто как-нибудь фотошопить то, что у него прям борода такая огромная. А если в видео он просто бритый. Не знаю. Я про Кокуша могу долго говорить. Ну, я, типа, дружественно могу говорить, а могу не дружественно говорить. Могу про всех, кого не хочу, типа, говорить и дружественно, и не дружественно, как бы. Ну да, я, в принципе, его тоже могу так подкалывать. Кстати, вот по поводу недружественного Кокуша. Нет, типа, давай. Прикол в том, что я, кстати, заметил у него, это сейчас такой психоанализ будет, а он, короче, всякие вот эти... Ой, как это объяснить-то? Да, подожди. Реверс такой, про меня недружественно, что... Можешь? Сука, ты заказал зачарованных, чё с тебя еще брать? Ну, я тебя люблю. Реверс Хокуш. Можешь заказать мне Сабрину. Блин, если он реверс Хокуш, значит, у него подбородок как-то наоборот, да, или как? Если реверс Хокуш отрастит подбородок как у Хокуша, я буду ему поклоняться. Ой, блин, сейчас как называется эта штука-то? Кого? А, ну, Хокуша. У него, как я понял... Я не знаю, я скорее всего не прав, но... Давай я... про Кокуша поговорим. Не, подожди. Давай я немножечко скажу за водичкой. Я давай. Понимаю, что я 10 минут назад, наверное, даже 5 минут назад ходил за водичкой. Ровно 5 но минут назад. Но дальше мы с тобой поговорим о Хокуше. Хорошо. О Таторио, о Венди, о Марвельности. О Валерии. Все это будет в этом подкасте. Если что, я поговорю без обиняков. Без всяких купюр. Я поговорю очень четко и по теме. Хорошо, хорошо. Типа, даже не будет каких-то вот этих послаблений, типа, вот я смотрю Марвельность, очень нравятся его стримы, типа, хочу отсосать его хуи. Вот этого не будет. Готов? Да. Все, давай, перерыв небольшой, и я вернусь. Давай. 3 секунды. Угу. Вообще, если честно, спокойно, я подумал, почему бы нам не организовать свое собственное шоу? Собственное шоу. Где мы с тобой собираемся раз в неделю и обсуждаем все новости прошедшей недели. Ну, давай так. В принципе, как можно. Насчет тебе такого? Тебе нравится такая идея? Да, хорошая типа, идея. Типа, ну со мной собираться. Типа, если я тебе не нравлюсь, типа ты можешь мне отказать.
Если ты хочешь с кем-то еще собирать. Да не, я без проблем, просто иногда времени не хватает. Я обычно на выходных у родителей сижу, поэтому. Ну, типа, реверс, если что, зачарованные мне понравились. Типа, я им 7 поставил. Так вот, типа, спокойно, если хочешь, мы можем типа, с тобой каждую неделю записывать, типа, по новостям. Мне вот очень интересно, на самом деле, мне подкастерская тема, типа, очень интересно. Типа, я не особо сам по себе общительный, но когда с кем-то, я общаюсь очень сильно. Ну, хорошо. Я сам особо так не общительный, знаешь, если... Я не, как я понимаю, вообще я немногословный, как многие это знают. Я могу чисто поугарать, конечно, но прям, чтобы какую-то речь... У тебя не было еще поводов пообщаться, как бы. Ну, скорее всего. Очень сильно. Просто я считаю так. Да. Просто у меня никогда не было, чтобы я мог такую речь задвигать длинную. Да-да-да. Типа, ну, знаешь, когда 1000 человек... Ну, ладно, 1000, давайте. 10 человек пишут такие... Спокойно, ответь-ка нам на вопрос, типа. Да-да-да-да. Типа, на какой-то такой... Мы с тобой, по-моему, сможем захватить подкастерский мир, если мы будем с тобой каждую неделю записывать подкастеры про проходящими новостями. Ну, конечно, я возложу на тебя всю обязанность по выискиванию новостей, а я буду на них реагировать. Хорошо. Не, на самом деле я часть новостей каких-то политических. Я в основном политический человек. Я в основном политические новости могу выхватывать. Типа, я могу даже реагировать на них как-то. Типа, если у тебя есть что-то такое, ну, сейчас даже, например, на примете, то я могу на них ответить. Наверное. А если не могу, то, ну, подкаст прорвался. По поводу новостей из политики? Или да, вообще? Политика, можешь политику, можешь новостей кибернетики, блин, игры, музыки, все такое. Ну, давай, мальчик. Я во всем, как бы... Типа вклинит, но типа я вклинит, да? Ага. Типа как стрела такая, вошел, но не вышел. И типа, ну, я знаю только то, что вокруг меня. Хорошо, ну давай сейчас вот я в опере сижу, вот сейчас какой-нибудь из новостей найду. В опере? Где ты сидишь? В опере? Что? В каком в опере? Опера ДИ, опера GX. А в опере... Я думаю, ты в опере сидишь. А, блядь. Думаю, блядь. Такой бургер такой какой, который я могу съесть. Твой, понимаешь, твой этот... Твой подкаст уже стал интересней. Просто, знаешь, блядь, хор такой, знаешь, я там в этом зале сижу. Все, что остается, это реверс. Да. Реверс, ты единственный свидетель... подкаста до того, как он вышел. У нас будет очень большой подкаст. Я думаю, мы спокойным. Я уже такой, типа, на этих начальских началах такой. Слышь, ты со мной 56 подкастов проведешь. Понял? Сейчас а я думал, спокойный на опере сидит, слушает. Так он на опере и сидит, и слушает. И я тоже на опере сижу и слушаю. Так, ну ладно. Типа, спокойно, ты должен понимать, что у нас типа подкаст, поэтому у тебя должны быть темы заготовленные. Уже заготовленные, да? Ну, типа, я думаю, даже не важно, если они заготовлены под кого-то другого, угу. Я на них отвечу. А, ну да, подожди, по поводу вот новостей, я сначала о Хокуше заговорю. Да, про Хокуше. Да. Давай. Поговорим про Хокуше. Хокуш, я тебя люблю, конечно, да. Да. Хокуш. Да, ты. Ваня, послушай меня, Ваня, подожди, Ваня, если ты слушаешь вот этот подкаст, Ваня, я тебя очень люблю, но я сейчас буду тебя поносить, как сивую косочку. Вау, сейчас прожарка будет, да? Вау! Так, нет, короче, как я понял. Нет. На самом деле нет. Я вот на самом деле вообще заметил, как его прям рост увеличивается, потому что для меня сначала он был на уровне Вани. Это хорошо, я рад, что у Вани поднимается количество подписчиков. Да, просто я вот... Фолловеров и всего такого. Просто изначально он был на уровне Валеры, потом потихоньку начал. Ну, потому что... Даже я еще ниже уровня Валеры. Не, на уровне Валеры.
Ну да, говно. Уровень Валеры это в смысле каком? Ну, в плане, потому что Валера же ему помог, типа, продвинуться. То есть все после Валеры. Ты расскажи мне об этом подробнее, потому что я об этом не знаю. И, возможно, слушатели наши еще об этом не знают. Да. Я типа подозреваю, что ты выложишь этот подкаст. И я не буду возражать против этого. Давай, расскажи поподробнее. Ну, как я понял, типа, я сам этого не видел, но Хокуш продвинулся с помощью Валеры. Потому что Валера был раньше Хокуша. Изначально. Но так. Потом, как я понял, Хокуш сдружился с Валерой. После этого уже к Хокушу начали подписываться. А после этого Хокуш такой, Кьюбайт. Black Infinity. Z Infinity. Z, что там? Я не понял. Я не смотрю, поэтому не знаю. Не, ну Валера был первоначальником Хокуша. Да. Давай поговорим об этом. Расскажи подробнее. Поподробнее о чем? То, что... Ну, о том, как проходил этот процесс. Ты был свидетелем? Не, я не делал это свидетелем. Я просто по словам Валеры это слышал. О, по словам Валеры. Может, добавим Валеру сюда? Давайте будем... Ну, Валера, скорее всего, спит в данный момент. Готовится к работе. Да. И вот сейчас мы... Валера, если что, большой работник, большой этот... труженик, подписывайтесь на него, а не на Хокуша. Хотя на Хокуша тоже, давайте. И мы вот сейчас звоним Валере на прямом эфире. Тут. Так, давайте. Валера. Алло, да. Если он с нами созвонится, я согласен. Спокойно, если что, давай как-нибудь назовем наш подкаст. Как наш подкаст назовем? Не знаю, подкаст ни о чем. Не знаю. Подкаст ни о чем, давай. В принципе, я согласен. Подкаст ни о чем. Да, потому что у нас пока нет. Будем на Яндекс.Музыке выпускаться. О, это куча подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Да нет, да похуй. Это подкаст ни о чем. Да. С вами Роми М и спокойный 21. Если что, подписывайтесь на Твиче. Ну вот, я Хокуша таким. Мне похуй, если вам похуй, ребята. Подписывайтесь на меня, я сказал. Я сказал вам, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на спокойного. На спокойного особенно подписывайтесь. Я уже свои эти подписчики набрал. Спокойно до сих пор набрал. Давайте подписывайтесь на спокойного. Спасибо. Это мое слово, ребята. Мне похуй. По поводу Хокуша. По поводу Хокуша. Да, давай. Уже обсудим Хокуша. Да. Мы еще не раз его обсудим в этих наших подкастах. Господи. Да. Давай. Я серьезно тебе говорю. Я верю. Обсудим и темные, и светлые стороны. Да. Давай. Вот сразу так, издалека. Хокуш отличный чел. Он веселый, он общительный, он клевый. Но я понял, что у него... В этом плане, да. Да, вот, но я понял, что у него проблемы с самоидентификацией. Но проблема в том, что он не реализует это в роликах. Ну, наверное, да. Нет, я тебе серьезно говорю, он не реализует свою потенциал, свои харизмы в роликах. Ну, в самом деле, да, я тоже... буду самой жесткой такой позиции, типа, не реализует. На самом деле, Ты будешь такой мягкой такой... Типа как Хокуш, он как бы, говорит что-то там, типа, я ставлю лайк, поддерживаю. А я говорю, Хокуш, пожалуйста, повысь свою эмоциональность. На самом деле, я согласен с тобой с этим, потому что он более закрытый какой-то в роликах. На Твиче он прям открытый, Да. Это тоже заметил. Типа, Ваня, типа, это все такое. Ты понимаешь, что ты ориентируешься на Кьюбайта и прочих, но они, типа, открыты эмоционально, а ты закрыт. Ты закрыт эмоционально, поэтому откройся эмоционально, и у тебя все пойдет. Да. Ну, я думаю, я тебя поддержу в любом случае. Согласен. Не важно, что ты там сделаешь, я тебя поддержу, если ты эмоционально подключишься к объекту. Ну вот, возможно, это, кстати... Подожди. Хорошо. Он сейчас... Почему я такой главный? Просто говори. Мне даже грустно. Не хочу перебивать. Это, Ваня, смотри, короче, это... Я понимаю, что ты хочешь как Кьюбайт, как Black Infinity, кстати, делают реакции, кстати, нет? Не знаешь? Возможно, я говорю, я его не смотрю. Black Infinity, Z Media делают реакции? Ну, Кьюбайт точно делает. Кьюбайт точно делает, хорошо. По-моему, понятно. Ваня, не стремись на Кьюбайту, у тебя есть своя собственная харизма.
ты слишком пытаешься зажать свою харизму во время своих реакций. Вот это типа мое слово. Мое слово для тебя может ничего не значить, может и многое значить. Я говорю тебе, ты в своих реакциях очень зажимаешь свою личную реакцию. Забей на слово вот Кьюбайта, вот этих всех комикс-блогеров. Если тебе не нравится, скажи, что тебе не нравится. Я вот прямо чувствую, что ты такой видишь, что ну Кьюбайту понравилось, кому там еще понравилось. Ну Кьюбайту, я только Кьюбайта знаю, я тупой. Нормально. Но, ну, блин, типа, не подначивайся под них. Все. Ну вот, смотри. Мое сообщение такое, типа. Вот. Нет. Типа, создавай оппозицию. Это твоя стезя, твой путь. Твой путь — это оппозиция. Я думаю, что ты на этом поднимешься. Я надеюсь. Я очень тебя люблю. Ну вот, теперь скажу я. Теперь мои слова. Вот, кстати, вот то, что ты вот сейчас говорил, это может быть, возможно, причиной, которую я сейчас скажу. У Давай. Него, у Хокуша проблемы с самоидентификацией. Потому что каждый... В чем? В плане то, что он какие-то хайповые фильмы смотрит, он, да. он всегда говорит, блядь, я вот этот вот, блядь, я вот этот вот. Что именно ты имеешь в виду? Ну, под хайповым фильмом он говорит, что он их видел. Ну не хайповый, в плане, смотри, вот, вот он смотрел Дюну. Давай. Он смотрел да. Дюну, говорит, блядь, я от Рейдес или кто-то там. Какой от Рейдес, блядь? Ну, камон. Нет, вот. Просто... Дюна максимум 8 из 10. Все. Больше ты ничего не можешь сказать. Что ты скажешь мне против 8 из 10? Давай. Давай. Я жду в личку. Ну вот, по-моему, он еще что-то смотрел, он все время пытается косить как-то по-моему. Что он смотрел? Он я не помню. Мне нравится, что ты сказал, он пытается что-то смотреть. Ну, не, Ваня, если что, не обращай внимания, мы типа да. говорим, он обращает, он что-то смотрит, мы с тобой с уважением. Да. Если что, я с уважением тоже. Ну, как, ну, короче, как я понял, он хочет быть косить под кого-то. То есть, он, если ну, он что-то посмотрит... Ваня тогда... нацелился быть частью больше вот этой четверки Кьюбайта. Ну, да. Black Infinity, Zed'а и вот тому подобного. Типа он хочет туда взлететь, по идее. Ну да. Я типа его понимаю направление. Направление. Но я не смотрел, как он там реализует себя. В общей куче. Согласен. Я тоже сам. Прыгующие, сосущие, блядь, нихуя. Типа... взрывающие из нихуя чувачки, блядь. Но по сути они более популярны, чем наш подкаст с тобой. Да. Ну, они популярны, да. потому что у них есть свой шарм. Поэтому я говорю Ване Хокушу, ты молодец. Ты в одном подкасте по обсуждению итогов года, там, типа, Geek O'Clock с... Black Infinity, который, типа, написал сценарий к фильму «Цикл». О, даже так? Ну, типа, гордится этим, наверное. Хуесос, если честно. Без негатива, да? Без негатива, да, нет. Но... Давай поговорим, начнем. Ну, с кем ты хочешь поговорить? Давай... О чем? О ком? Давай так, типа, ты будешь плохим копом, я буду хорошим копом таким, знаешь? Плохим, типа ты выкидываешь какое-то имя, я говорю, типа, он плохой, а ты говоришь, типа, он хороший, да? Да, да. Типа, такое, да? Давай, окей, давай. Хорошо. Первое имя. Из наших общих знакомых имеется в виду, которых мы знаем, или... Общих знакомых, давай, без проблем вообще. Пусть он будет в нашем диалоге. Давай, Таторио. Чтоб, если он существует, он может нам ответить. Ну, Таторио. Кто первый? Давай Таторио. Стиль. Таторио, давай. Ну, скажи против него чего-нибудь. Ай, против? Типа. А, типа я должен быть против? Ладно. Так я вроде хороший Нет. коп. Или я плохой коп? Нет, ты типа плохой коп, потому что ты часто... Таторио, ну смотри, давай, я плохой коп, тогда первый я выдаю тейки. Давай. Типа, во-первых, Таторио, он очень, претенциозный,
можете так выделить, претенциозный. Хорошо. И во-вторых, он сильно пытается подменить свое прежнее амплуа. Я не знаю, как это описать, но он пытается очень выказать, типа, он очень политически, твически лояльтен. Политически именно, прям, ну, про политику Не политически, а культурно. Ну, давай так. Культурно лояльтен. Всем культурам. Но при этом мы смотрим его прошлые обзоры и обнаруживаем, ой-ой-ой, расизм и все прочее. Ну, вообще, как бы люди, он сколько, ну, когда он эти ролики еще выпускал, это уже давно было. Люди как бы за это время давно меняются. Было, а какая разница? Какая разница? Ну, люди меняются. Думаешь, для культуры отмены есть разница по возрасту? Ну, Мэтт, ну, Татори... Если бы в России действовала культура отмен, она бы уже отменила Таторио. Ну, вообще... И в первую очередь. В первую ну, очередь. Ну, он прям, он не прям, ну, он прям не такая знаменитость, что. Но при я люблю, если что, тебя Таторио. Ну, вот. Таторио, если ты слушаешь, я тебя очень люблю. Не бань меня, пожалуйста. Ну, смотри, Таторио... Я тебе поддержал на 20 тысяч рублей. Ну, смотри, Таторио... Прям не настолько прям знаменитый да. человек, чтобы его отменяли. В смысле не знаменитый? Ну, смотри. В каком плане знаменитый? Ну, в плане у него, сколько там, 20 тысяч подписчиков всего на Ютубе. То есть он не командеры, вот эти вот люди, по сути. А, ну ты имеешь в виду, что он не из лиги вырвавшихся аутсайдеров, так скажем. Да, я думаю, он бы... Он не взорвал вот в свое время... Ну, да, у него очень много противоречий и очень много всякой хуйни. Не, возможно бы, если в диалогах. Да, возможно, если бы он продолжал всем этим на Ютубе заниматься и как-то хайпать. Его бы отменили уже давно. Ну, он бы стал знаменит, его могли бы отменить. На самом деле, и Мэнди мы могли бы отменить, потому что... Он бы не стал знаменитым по одной простой причине. У него очень мало... Оценок. Оценок? Да. То есть у него очень мало сценок. А, сценок? Ну, типа вот этих бэткомедианских, вот этих комедиантов, вот этих... Вот это. А, понял. Я такой, типа, сценарист такой. Сосите хуем. Ну, вот это все. Вот у Степана в какой-то момент очень стало мало вот этого, потому что он, ну, отрезвел. Можем так сказать. Ну, вообще, он, по-моему, даже сам говорил то, что он брал какие-то вот эти вот стили от бэткомедии. Блять, он очень отвёрся от того, что было раньше. Раньше, блять, у него можно было отлететь от очень простой хуйни. Ну, вообще... Ты сам, наверное, знаешь. От очень простой хуйни отлететь. Ну да. Ну смотри, с другой стороны... Слабого российского такого комментария даже. Ты именно говоришь именно про Ютуб, да? Или как? И про YouTube, и про Twitch. Про Twitch. В том числе. Ну, смотри. На Twitch'е он долгое время очень не допускал выражения всякой вот такой ну, противо этим... его. Да, ну я говорю уже, за это время люди много. Сколько лет прошло, люди просто меняются. И что? Я должен поменять к нему мнение? Вот это. Ну, ты должен, по крайней мере, понимать, что об этом я, наверное. То есть, нет, я понимаю. Я понимаю его мнение. Да. Я понимаю, как изменяется его время. Да. Почему изменяется его время. Вы не поддерживаете изменения. Типа, изменилось ли у него мнение? Да. Типа, можно ли понимать, почему он поменялся? Тоже да. Вот. Я думал спокойно... А, блядь, я, наверное, еще раз читаю сообщение реверс, потому что оно единственное. Реверс, это что? Пиши ей больше сообщений. Чтобы я на них такой... По-моему. Наверное, он уже ушел давно. Не, да реверс нормально. Не. Реверс. Задонать, пожалуйста, на весь Сабрину. На всю Сабрину просто. Вперед на 5 тысяч. На 20 тысяч. На 30 тысяч. На 40 тысяч. На 40 тысяч вообще отлично. Потому что у меня сейчас очень большие траты на бабушку. Потому что у нее очень... Ну, она решила, что у нее болезнь. Решила? Решила. По-моему,
По моему мнению, что решила. Но, тем не менее, она очень просит у меня деньги, и я очень потратил много денег на это. Ну, если бы она ходила к врачу, была какая-нибудь справка, то можно было бы, наверное. Я верю в это, и поэтому, ну, понимаешь, сам. Я вот, ну, потому что у многих складывается мнение, что, ну, я кашина, типа, я все донаты, наверное, спиваю. Ты мне ответишь более, как бы, точно. Перейдем на меня тему. Давай. Хороший, плохой коп. Ух, я плохой очень коп. Наверное, большинство считает, что я плохой человек, типа, который сливает все донаты на себя. Но я нет. Да нет. Потому что я большую часть всех донатов ваших слил на то, что бабушке нужно было лекарство для ногтя. 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 Просто типа, одного ногтя. Типа мазь какая-то. Который у нее не проходил в течение вот очень многих лет. Ну, она сказала мне, что мне вот нужны деньги на вот это дело. Пожалуйста, помоги. Я типа не без... Ну вот без... Типа... Культурной шелухи, типа я суперзвезда и все такое. Нет, я вот типа серьезно вам сейчас говорю, типа у меня бабушка типа ко мне подошла, типа сказала, у меня типа мне нужно лекарство, мне нужна вот эта мазь для ногтя, потому что у меня ногти, он гниет, типа опухоль развивает, раков. И поэтому жесть. Я вот все эти деньги пустил на то, чтобы ей купить лекарство. Все, больше ни на что ваши донаты, если что, не ушли. Ну, типа, можешь выделить прямо, на что ушли донаты Ромину. Хорошо. Ну, типа, если что, они ушли на то, что я бабушке помог. Вы, ребята, вы. Вы смотрите через... Вы мои хорошие. Те, кто донатили вообще мне на полную хуйню. Даже мне на марафоне, на кольце и всем таком, вы донатили мне, чтобы бабушке я помог. Моя бабушка сейчас здорова. Вот. И все благодаря потому вам. Что она скоро умрет. Ну, в любом случае, она скоро умрет. Вот вы задонатили. Но я сохраняю ее жизнь. Да. Вот вы донатите, а она скоро умрет. Это вы виноваты. Типа, ну, вы не будете в этом виноваты, но я вам просто об этом сообщаю. Типа, грустно об этом, но да. Да. Типа, если вы поможете, я буду вам очень благодарен. Я, типа... Не для себя это собираю. Я не для себя стримлю и не для себя вот это все делаю. Я для себя, для бабушки. Ты до этого вообще как работал на какой-нибудь работе? Да, не, конечно. Блин, в смысле? Спокойно, кому? Не, ну какая у тебя... Я работал на какой-то работе, ну кому? Давай начнем вообще вот с самых крайних рядов. Последняя работа какая была? Последняя работа была в Яндексе. Посылка? В Яндексе. Нет, не посылка. А уволился почему? Клович. Не справился. Не справился? Угу. Что там? Не, подожди, я тебе расскажу подробнее. Да, вот хотел спросить. По своей работе, ну, типа глупо как-то вот типа потихоньку рассказывать про все такое. Вот чем ты там занимался? Да, вот, типа... Я думаю, что тебе стоит прямо, знаешь, занести справочник, прежде чем кого-то опрашивать, чем ты занимался до этого. Да. Чем типа у любого вообще, у любого человека, который к тебе приходит, даже у Коли. Угу. Блядь, иди. Бля. Включи свою вебку, я тебе хочу пососать. Вот. Смотри, короче... Я изначально, если вот так выбирать, где я работал, не, вот на самом деле долго получится. Но если что, ты обрежешь, да? Да, да, да. По идее. Я начал вообще с низкооплачиваемых работ. Я на почте работал, по идее, самое низкооплачиваемое. Я получал 9000 в месяц. О, жесть. Это мало. В месяц вообще. Я просто расходил по адресам и все такое. Потом мне дали участок побольше, где я уже такой, типа, садился в джип.
Ну, ты знаешь, наверное, ты был в такой ситуации, когда тебе давали участок побольше, где надо объезжать на машине? Ну, у меня такого не было. Такого. Не, он не было такого, нет? Нет. Не, мне давали, короче, участок, где я уже на машине объезжал. А, то есть у тебя есть права? То есть, не-не-не, у меня не было прав. А. У меня был водитель. А, свой личный водитель даже. Да, да. Класс. То есть я такой, типа, сижу в почтампе, разбираю по адресам, короче, этих, получателей, соответственно, по адресам такой, типа, вот здесь первый по адресам, здесь второй по адресам, ну, типа, без какой-то этой дискриминации, если что. Те, кто получают эти, почтовые посылки, которые хочет свалить на почтампы, знаешь. На да. почту, на все такое. Нет, я все, что было у вас, я все доставил. Но при этом вы должны понимать, что большую полумесяц где-то я доставлял вам пешком, а второй полумесяц я доставлял вам на машине, которая подъезжала просто со мной вместе на почтовый ящик. И ко мне подходили такие чуваки: а где пенсия для моей бабушки? А ты просто рассылаешь посылки. А я такой, а у меня просто почта. Они такие: а где пенсия для моей бабушки? Да, ты говоришь, я забрал себе и убежал. А я забрал себе, соси мой хуй. Да. И он сосал мой хуй, конечно же, да. Нет, либо я его... Не-не-не. К сожалению, все обходилось очень обратно. К сожалению, тот, кто был на почтовом ящике, он определял реальность. То есть он приходил, такой видел, что я раскладываю газеты, и приходил такой: а моей бабушке ничего нету? Я такой говорю: так я не разношу эти пенсии. Пошел нахуй, хуесос. Он такой: разносишь пенсии, я уверен. В тебе есть. Вот так вот, знаешь, залезает тебе в душу. Надеюсь, что ты, типа, разносишь пенсии. Но я такой на машине, у меня водитель личный есть. Если что, мы уезжаем сразу. Поэтому ну, так был. Ну да, это, типа, уже не твое дело, ты просто рассылаешь посылку. Да, но у нас на машине, конечно, были приключения нахуй охуеть. У нас и шина отлетала. Жесть. У вас прям то есть мы едем, короче, мы едем, прям... мы, по-моему, даже не отъехали далеко от почтампа. У вас типа буханка какая-то к осенне была, или как? У нас буханка была конкретная, да. У нас просто колесо, короче, просто летело. Бля, какой жесть. Мы едем, короче, бах-бахаем на одно это колесо, короче, на один бок, и колесо. Пиздец. Водитель бежит за колесом, вставляет обратно колесо. Они при этом, они, типа, то, что я такой, типа, крутой, я чувствую свою власть, типа, говорю: сука, вставляйте это колесо, мне нужно доставить почту. Важный хуй бумажный, блин. Типа, я важный такой. Типа, у меня огромный, короче, почтовый ящик. Да, у меня огромный почтовый ящик. У меня сумка огромная, короче, типа, расставленная по адресам, поочередно, типа, как есть. Типа, есть один, ну, типа, есть вот где-то 4 адреса более-менее близкие, да? Угу. У тебя не знаю, как... Ты где был? В Москве, да? Я? Нет. Или в Питере? Кто? Ну, типа, почтальоном. Я нигде не работал почтальоном, я не говорил этого. А чё ты сейчас говоришь, я типа был таким посыльным, которого скорпион, блин, торчал из бука? Чего? Нет. Не было такого? Нет, я не... Ну, больше те, кто в записи посмотрит, те скажут, пожалуйста, мне. Скажут, ты хуесос, ты охуел спокойного обвинять в том, что он крыса? Не, я не говорил ничего по поводу... Ну, скорее всего, я сам себя обвинил, такой, что я крыса, и поэтому обвинил спокойного в том, что он крыса. Знает, на записи вот посмотрим. Может быть, правда сказал, но я уже не помню. Не, ну было, типа, очень много ситуаций, на самом деле. Типа, по-моему, у тебя не такого, типа, зрителя еще не было. Ну да. Я знаю то, что Валера... Притом то, что я был зрителем,
почтовой системе, это не одна из моих историй. Потому что дальше я пошел еще дальше. Там же через компьютер именно видно, да, то, что в почте... А что еще? Ну, то есть то, что посылки же вот эти есть? Не-не-не-не-не, я через вот эти интернет-темы, я был еще когда до этих интернет-тем. А, понял. До интернет-тем я разносил почту, и то, что я рассказываю, это правда. Столько рассказов на самом деле. Почта — это очень богатый плацкарм для того, чтобы рассказать истории. На самом деле, даже перебуханные... На Валера, самом деле, что Валера? На самом деле Валера тоже работал на почте же раньше. С чем он именно работал? Оператором или он разносчиком работал? Вот он с собаками соприкасовался вообще? Вот это хороший вопрос, это лучше у него спросить. Я знаю, что он потому что с собаками соприкасоваться это отдельное искусство, блядь. Потому что даже из машины я, блядь, с собаками разбегал. Какой ужас. Потому что с собаками, смотри... Смотри, вот у почтампа есть, короче, определенный регион обслуживания, да? Uh-huh. У него есть вот этот регион 1, uh-huh. Есть регион 2, есть регион 3, есть регион 4, который охватывает то, что не охватили первые три региона. Uh-huh. Вот, то есть, и на третьем регионе, вот, который никто не охватил, я работал. Понятно. Ну, и платили же столько же 9, да? Платили 9 тысяч. По 4500 в месяц. Ну, это капец. Ну, типа, 4500 в начале месяца, 4500 позже месяца, да. Но при этом я сам догадывался, где вообще находятся эти, как они? Районы... Нет, не районы, а эти... Почтовые, ну, собственно, шкатулочки для получения. Я понял, почтовые ящики вот эти, да? Почтовые ящики, вот, да-да-да-да-да, почтовые ящики, блядь, они такие, блядь, заёбные, пиздец, охуево. Я был первопроходцем. Уверен, что я в Петрозаводске был первопроходцем, я уверен. Ты именно уличные, во многих... которые или в подъездах? Что? Ты именно про почтовые ящики, которые в подъездах, или именно уличные? Уличные. То есть жесть. Я уверен, что я во многих разах. Во многих разах я заходил на территорию, где никто не бывал. То есть меня встречали прямо такие, как будто. Нихуя. Не, было клёво. Было клёво в плане того, что ты чувствовал себя суперменом. Я при этом доставлял себя. Да, прямо крайних мест. Хотя, наверное, никто не помнит вот обо мне воспоминания, даже никто не хранит. Ну, возможно, есть. Возможно, нет. Возможно, они существуют. Но Петрозаводск, типа, был охвачен мной. Я паук. Плати мне деньги. На самом деле, шучу. На самом деле, я... Расхвачиваю твой подкаст, как могу. Мы устроили типа подкаст небольшой. Ну, да. Давай еще подкаст. Давай построим еще больше. Давай еще больше. На самом деле, если честно, типа я хочу еще больше построить. Подкаст. Да, подкаст еще больше. Можно. А на чем мы остановились? На какой теме? То, что ты работал почтовым отделением, можем тему сменить, если хочешь. А, не, мы можем продолжить эту типа тему. Ну, смотри сам. Ну, я встал против общего мнения. Я согласен с не общим мнением. Каким именно? А какое общее мнение? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Давай ответь мне на него, и я тебе отвечу на него. Я просто даже не понял, о каком именно вопросе ты имеешь в виду. Ну, в принципе, про Супермена, про супергеройские фильмы, там поднялся большой буч. А. В принципе, можешь ко мне вот это обратить, типа, ну что, не ты ответил на это, а я ответил на это, например. Типа, чтобы на меня пошла большая буча. Потому что и все... Фильм про Супермена и все фильмы про Лигу Справедливости привели ровно никуда. Ну, да. Вы воюете никуда. Вы хуесосы.
Хокуш, Blacks Infinity, Zed, вы воюете никуда, вы хуесосы, если честно. Вы в плане кино ноли, полнейшие. Можете мне ответить, вы полнейшие хуи. Вы вообще ничего не смыслите в кино. Если честно так подумать, вы вообще ничего не честно. Вообще не шарите в кино, потому что вы... Ой, вы смотрите кино по заказам. Вы хуесосы. Я к вам каждому обращаюсь, вы хуесосы. Каждому. К Blacks Infinity. Z. Да, вот это Infinity то же самое. Кокушу то же самое. Я обращаюсь к тебе, потому что вы хуесосы. Вы не обращайте внимания на тот фильм, который должен быть у вас в перспективе. Как нормально так, да? Конечно. Ты согласен, по идее? Отчасти. Ну смотри, в чем... В какой части? Давай, ну скажи, как бы... Ну хорошо. Типа, мне нужен какой-то собеседник, типа, в этой... Ну смотри. Давай. По-первому. Вот смотри, по поводу вот Супермена, вот их мнение. Давай. Самое, типа, это... общеобсуждаемая типа тема — это Человек из стали. Давай. Человек из стали, Лига справедливости, все прям. Да. Пошло не давай. Ну, в отличие от Марвела, на уж они никуда. Научная фантастика. Ой, 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 все, 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 все. Ой, все увело куда-то научную фантастику. Не, не, не. Мне, блядь, вообще как бы не оценить. Не, я говорю, нет. Давай, не, давай. Не, все, приведи ко мне. Не перебивай, пожалуйста. Вот смотри, окей. Я про фантастику ничего не говорил, я говорил про Марвел. То есть, в отличие от Марвел, они ушли никуда. То есть, у них они пытались сделать свою вселенную, но ничего не получается. На каком фильме? На какой? На свою вселенную? Да, 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 да. Но... На каком фильме в первую очередь они составили свою вселенную? Да, вот хороший вопрос. Наверное, все же с Лигой справедливости. Лига справедливости, так. А какой фильм отличается от них? Который слишком ответвление. Сопутствие, давай. Именно. Вот есть вселенная и DC. Ты не сможешь. Ты не сможешь. Подрядись. Шазам. Он слишком мультяшный. Шазам, блядь. Шазам, блядь, охуенно близко к... Ну, я не специалист в этом. К Супермену, блядь. Вот тот же, смотри, ну тот разница же... Разница вот столько. Ну, смотри, столько вот ну, тот же Черный Адам, типа, во вселенной DC, вот эти Супермены. Вот Черного это... Адама можно еще как-то подвязать к Супермену, да. Можно. И Адама немножко можно подвязать к Черному Адаму непосредственно. Да, да. То есть, получается, у нас Черный Адам, да, вот фильм, Шазам, подвязанный к нему, вот, если что. И сверху, наверное, вот, да, еще Супермен подвязанный, который отменен. Да. И он отменяет вот эту всю функцию. То есть, они вот на веревочке у Супермена, когда Супермен... Да, 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 он все отменяет. Потому что без Супермена вообще бесполезно строить какую-то вселенную Адама вообще. Ну, в принципе, так... Без Супермена вообще 0 вообще процентов и что-то строить. Ну смотри, ну тогда Лига Справедливости тоже уж не подвязывается, потому что... Да, да, тоже основа, да, пошла нахуй Лига Справедливости, да, тоже 0. Да. На чем еще можно? Чудо-женщина подвязана? Или у него своя... Это женщина еще более-менее подвязана, да. Да, типа она... У нее нету какого-то ультимативного действия. Да, она даже не... Она в принципе не связана, как бы. У нее, по-моему, она даже просто есть... победила бога войны, все. Да. Она, да. Чудо-женщина еще может действовать в вселенной Ганна. Да, причем это даже... Она происходила все это до Лиги Справедливости, знаешь, где она в прошлом была там, на войне где-то. Я не смотрел, на самом деле, первую Чудо-женщину. Если кто-то хочет, закиньте, пожалуйста, я посмотрю первую Чудо-женщину, оценю ее. Ну, а вторая просто, блядь, полный понос.
То есть даже ее воспринимать никак не хочется. В рамках вселенной, даже в рамках вселенной. Ну, это, скорее всего, ноль. Просто как отдельный фильм такой можно смотреть, знаешь, не связанный. В каком смысле отдельный? Какой отдельный? Ну, то есть она не связана с Лигой Справедливости, ну, в этом плане. Ну, спокойно, кому? Что? В каком смысле она отдельный фильм? Это просто кал. Ну, кал не кал, но он... То есть, это... То есть она особо не влияет. Ну, я об этом и... DC вселенная, по сути, нулевая. Ну, я об этом и говорю. У тебя есть взмахи вот этого женщины. Халк? Ну, вот я про это вот и говорю. Женщины, чудо-женщины. И, конечно же, прыжки кого-то. Ну, вот я говорю, вот я про это и говорю. Она не связана, в принципе, с Лигой Справедливости. То есть, нам, если бы не было фильма «Лига Справедливости», то этот фильм мог бы спокойно выйти. Но фильм «Лига Справедливости» связан с Снайдером, который отменил. Да, но я понимаю. Соответственно, это... фильмы про чудо-женщину, они отлучены от этого. Ну, возможно. Лука... Ну смотри, тогда еще отменены фильмы про отряды самоубийц. Да. Потому что там как бы... Третья часть точно отменена. Да. Первая, она существует, типа, ну, в памяти нашей, да-да. Вторая существует в памяти вселенной, да. Ну потому что вот есть отряд самоубийц. Там даже появился Бэтмен, который был в Лиге Справедливости. Который Бен Аффлек. Не, он не появился. Он был там. Где? В Лиге Справедливости, в отряде самоубийц. В первом, да? Да. Так он замолот, он не существует. Вон, вот я и говорил. Вот, следовательно, и Бэтмен тоже не существует. Бен Аффлека. Ну, я про это и говорил. Так же, как и первая, вот так где-то засушена, она не существует. Первая самоубийца. Ну, я к чему... Она не существует, она типа, все, ушла. Я к чему и клоню, то есть... Там был Бэтмен, который Бен Аффлек, который был в Лиге Справедливости. Значит, если нет Бэтмена, то нет Лиги Справедливости. Да, да. Ой, это Лига Справедливости, отряд самоубийц. Ну, то есть, это... если нет Лиги Справедливости, то нету и Бэтмена, Бен Аффлека, да? Да. То есть, у нас совсем другая Лига Справедливости, которая структурируется из Бэтмена другого актера, и Супермена в том числе другого актера. Да. Да, при том там есть Харли Квинн, который от Марго Робби, который тоже... Вот это удивительно, на самом деле, потому что, ну, Марго Робби мне не очень нравилась в роли Харли Квинн. Ну, на самом деле, да. Но она... Она слишком... Но она очень разрослась. Она очень, типа, актриса, которая нужна. Ну, в первом фильме она мне не понравилась. В следующем фильме она была более-менее нормальной, кстати. Она нормально играла. Ну, отряд самоубийц. Не, отряд самоубийц 2, который. Вторая часть. Ну смотри, отряд самоубийц 2, ну блин. А еще, блядь, есть Вавилон. Где вот? Ну я понимаю, но я в плане Харли Квинн. А ты не воспринимаешь, да, по-моему, вот, типа, более отчетливо актрис. Не, я говорю именно про Харли Квинн. Мне кажется, меня нужно обновить. Давай меня обновим. Частыми актрисы в Вавилоне. Она намного выше станет. Не, я понимаю, но я говорю именно не про актрис, а именно про Харли Квинн. Героев, да? Да. Героев, да? Именно то есть, насколько она раскрыла Харли Квинн. Да. Да, ну тогда я остаюсь, да. Она хуёво раскрыла Харли Квинн. Вот. В первой части она была не очень, вот в следующем части она уже была более-менее, уже можно смотреть. В какой? Второй? Ну, да, да. Первая на хуйня. Полнейшая, да, прям. Согласен, просто, я ну, согласен. Вот, она очень хороша во втором отряде самоубийств, да. Она into в процесс, она репетирует, она танцует, она входит в процесс. Одна там. Даже в «Хищных птицах» она играла хуже. В «Хищных птицах» это совсем отстой. Если хочешь, мы посмотрим с тобой по новой. Я хочу посмотреть по новой. Как-нибудь можно посмотреть. Скажите, пожалуйста, типа, чтобы мы по новой
со спокойным посмотрели, типа, этих птиц. Давай мы побольше с тобой проведем подкастов, типа. Я согласен, типа, больше с тобой подкастов провести. Да. Типа, мне очень нравится с тобой, типа, вести диалог, и, типа, я хочу с тобой подкастов больше. Просто. Давай, типа. Первый подкаст, типа, на моем канале прошел, типа, а второй подкаст будет на канале... Спокойного, да. Соответственно, моего собеседника. Да. Все, давайте, остановлю запись. Готов? Ты запустишь на своем? Сейчас? Все, окей, давай, все. Стой, я тут надо запустить стрим, имеешь в виду, или что? Да. Окей. Окей.